первые заработанные деньги. Немногие могут похвастаться таким в 5 классе. Илья Ковалев получает стипендию впервые и заслуженную награду собирается потратить с умом. Не знаю, что-нибудь полезное, да, может, книгу купить или журнал какой-нибудь научный. Или энциклопедию. А 9-классница Татьяна Сотникова выходит на сцену за награды каждые 5 года. Отличница признается, вознаграждение за хорошие отметки подстегивает и не дает расслабиться. Стипендия Полторацкого для меня это стремление учиться хорошо, проявлять себя, стремиться к более высоким целям, достигать их. Но это как приятный бонус. Стипендия вручается в школе уже более 10 лет. В этот раз ее получили 28 учеников среднего и старшего звена. Учителя отмечают, их воспитанники и правда стали больше стремиться к успеху, но не зацикливаться на оценках. Каждому хочется быть достойным премии. И знания успевать впитывать в себя, и дружить с ребятами, то есть заниматься каким-то спортом, в команде быть, самодеятельностью художественной, то есть общаться, ну, участвовать в общественной жизни. Это и называется жить полной грудью. Помощь не только детям, но и самой школе. За последнее время здание преобразилось. Отремонтированы учебные кабинеты и коридоры. Мы очень благодарны Николаю Викторовичу за помощь, которую он оказывает нашей школе. Это и подготовка учебного заведения к новому учебному году, это и ремонт. За последние 2 года была оказана помощь более 1 000 000. И на церемонии награждения предприниматель вручил администрации школы сертификат на 700 тысяч рублей. Каждый год в школе устанавливают по 30-40 пластиковых окон. Пол покрывает новый линолеум. Ведь для того, чтобы ученики лучше усваивали знания во время учебного процесса, им должно быть уютно и тепло. Алина Фурсенко, Антон Судженко, телеканал 7.